Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Киберпанк. Грузовик нам надо отогнать и взять что-то в этой коробке. Пачка сигарет. Господи, блядь, сколько этого дерьма тут лежит. Для чего оно, я не знаю до сих пор, на самом деле. Так, сесть. Фургон радио. Выключаем. Почему нельзя, сука, просто... выключить одно радио в машине. Все, больше чтобы оно не работало никогда. Так, куда нам тут? Куда нам тут перед? Да нахуй. Это был съезд или... или съезд только что я сделал? Так, ладно. Вторая кожа, блядь. Куртки мы везем кожаные, вспомнил, блядь. Куртки, блядь. Там человек? Стой, подожди. Почему там человек валяется? Просто на улице валяется человек? Или это я уж постарался был? А, это же я тут стрелял. Да, точно. Ну ладно. Ну какого хрена? Ну я же выключал тебя только что, блядь. Или это просто музыка в игре самой заиграла? Ладно. Да, по всей видимости. Какой-то экшончик намечается или что? Хуй я знает. Не знаю. Ну тут вроде все время прямо. Так, зеленый свет нам везде. Кстати, что-то тут происходит. Преступление, блядь. Против человечества. Где? Кто? Ну выдержитесь, блядь. Бля, я убил человека. Давай, ёп, твою мать, я убил человека. Я просто человека загандошил. Не трогай! Отлично, блядь. Тут дробовик, блядь, нашли. Да. Слушай, дядь, извини, пожалуйста. Я не хотел, честно. Я думал, ты преступник, блядь. Кроссовки вот спиздить, блядь, хотя бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я натворил делов-то, блядь. Что такое? Что там валяется под машиной? Говно, евро-доллары, стоп. А вот еще. А вот что-то там еще за колесом. Нам это не интересно. Слушай, а дробовик-то хороший, действительно. Не, ну я тут преступник-то. Как бы двоих... Ты четверых, ребят, хуй знает сколько. Не считал. Ёбнул. Пробочка из-за меня образовалась. Припарковал машину по-женски, блядь. Так, не знаю, что нам за это будет на самом деле. Ну, надеюсь, что ничего. Мы почти приехали. Блядь, ну я откуда знал, что это не преступник? Что, куда тут, блядь? Я думал, это хулиган. Оказалось, нет. Сюда, что ли, в гараж? Так. Оп. Ви, фургон доехал. Буду ставить тебя в пример другим наемникам. Спасибо, заказ закрываю. 1300, блядь. Ёпта, я человека загандошил, блядь. А типа он все больше не откроется, да, никогда? 1300, блядь, ёб твою идти. Человека загандошил, а мне 1300 заплатили. Это все хорошо, в рожу плюнули. Ладно, где тут чего? Здесь далеко? Кстати, здесь вообще вот недалеко. А, и здесь новое задание какое-то. Какое-то. 200 метров всего лишь. Ну это по прямой. А мы как-то, блядь... пройти вот туда не можем, просто срезать, потому что, как мы выяснили, навигатор тут работает крайне паршиво порой. Вот эту можно взять? Я хочу каукас, блять. Пиздануть. Слушайте, а мы здесь были ведь на самом деле. Опа, для снайперских нож.
Мы здесь были, ведь тут я что-то кого-то пиздошил. Это прям точно. Когтей, что ли, блядь, чего ли? 150 метров. Вот здесь-то я не пройду, что ли? Ну, нет? Ну ладно, хорош. Ну почему? Почему так плохо? Сука. Так, ведь придется пиздовать в обход. Куда идти-то, блин? Туда вообще 1,7 километра, блин. Мне куда надо? Сюда? Или по мосту? Ху, пойми, блядь, эту карту порой. Бывает. 200 метров, а сейчас пробежим, блядь, 80 километров, блядь. Ну, уже 250. Ну, блядь, это все логично, конечно. Сейчас дробовичком будем пользоваться. 200 метров. Просто сейчас перегандошим всех и уйдем. Посмотрим, что там за задание еще поблизости. Если близко, то добежим до следующего. До желтенького. Имеется в виду. Так, достаем волыну, блядь. 12 патрошков в обойме. Так, что такое? Всем вспомогательным группам полиции. У нас сообщение о преступной активности на Мартин-стрит. Обнаружены члены группировки Мальстрём. Среди них замечен Кайзер Херцог по кличке Херу. Был осужден за работу рипером без лицензии и приговорен к смертной казни за убийство первой степени. Властями города назначена награда за устранение Херцога и его подельников из Мальстрёма. Это просто шикарно сейчас было сработано. Два отличнейших выстрела. Так, не сдохла? Не сдохла. Так, куда ты побежал, дядя? У меня в обойме много патрошков. Ку-ку, блядь. Живой, блядь. Так, сразу соберем с этого говна все. Эх, нихуя ты, блядь, подобрался как близко. Да ладно, не сдохну. А сейчас, может, блядь, с первого раза сдох, я не заметил. Бывает, хули. Лучше добить. Там сказали время больших пушек. Полностью с тобой согласен, дядя. Это моя любимая игра. Прятки на выбывание. Прятки. Ох, отлично. Так, что там еще одна. Дефендер, блядь. Иди ко мне, деточка. Во-во, тут стекло, блядь. Я думаю, что по мне попадают, твари. Ай-яй-яй! Я не перезаряжался, дебил. Ну что, сука? Так, так, вот там. Спряталась, блядь. Одни слабаки! Готов! Стой, там что-то еще? Камеры, что ли, там? Там кто-то нас палит? Да, слушай, точно. Так а чё, больше нет нихера тут. Опасная зона. Как бы и все. Или не все? Всех вроде. Так, игла. Так, я что-то замечен. Ебаный рот. Вот это точность, блядь. Или он за стеной, что ли? О, нихуя себе. Это, наверное... Главный, блядь. А, тут стена, блядь. Иди сюда. Хуеплет. Все, просто убили, блядь. Тактик. Так. Что за дробовик-то, блядь? Ага. Все, ёбнули всех тут. А что там, блядь, мне показывают? Типа меня палят, блядь. А кто там? Не видно? Расширитель... Жопа, блядь. Памяти, блядь. Так, расширитель памяти. А что надо сделать? Добраться... Нет, обезвредить преступников. Так я еще не обезвредил, что ли? Подожди, а улики какие-то надо найти? А где, блядь? 30 метров? Минутку.
Это дверь какая-то. Улики, улики. Вот здесь. Вот и все. Деньги, 900 денег дали. Ёб твою мать. Это что это такое тут? Непонятно что. Документация, блядь. СОП какой-то, блядь. На нахуй. Сдохло, блядь. А, тут что-то еще есть. Отскок, заскок, блядь. Тут что, у нас ничего не отключается? Отскок, подскок. Слушайте, а мы здесь были же? Или не были? Мы здесь... Ну-ка, подожди-ка, что-то у меня, блядь, какой-то дежавю, блядь. А мы не отсюда ли спасали бабу, врачиху? Сука. Могли, кстати, отсюда спасать. Ну, точно такое же помещение, точно, блядь, вот кресло вот это вот. Здесь лежал полутруп. Так, пакетик. Опа. Опасная зона. Да опасной зоны уже нету, блядь. Чего вы тут пиздите? Где-то тут баба еще валяется. Или мужик ли? Ну? Можно убрать. Так, давайте еще посмотрим. Где-то тут рядышком было прям задание. Да, блядь, ну почему, сука, вот оно через жопу к нему подбираться-то? Тоже эти телепорты, блядь, через задницу сделаны. Так, я отметил на карте? Да. Через задницу сделано, потому что пока оно загрузится, пока там чего-то, блядь, случится. Пока все, мир, блядь. Ну, что у тебя в руке-то, блядь, пистик? Там, кстати, есть еще взломать, вон там, ну, я не буду, блядь, пизду. Тачка. Угу. Моро-рок. Моро-рок. Так. А где? Вот, нет станции. Угу, погнали. Не знаю, сколько тут. Хотя, блядь, по сути, не знаю. Есть, конечно, какие-то моменты, где на машине быстрее получается. Вот, напрямую, допустим, блядь. Ну, разница прям небольшая получается. Это точно вам говорю. Чем пешком бежать. Стоять! Поворот, нахуй! Так, 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 а тут что-то какой-то диалог есть. Кто-то тут с кем-то. Кого? Кого спасти? Я. Тут именно для этого. Я слышал, блядь, точно кто-то просил о помощи. Я думал, может, забором кого придавило, блядь. Да нет, вроде. Не, ну тут ладно, сейчас доедем. Не больно далеко. Вот по тротуару мы сейчас пизданем. А хули нет-то? Блять, стена нахуй. Че там, кто там? Так, 100 метров, да? Вон там кто-то есть. Я вижу, блядь, диалог же. Сейчас тут припаркуемся. А звонить никто не будет? О! Привет, Ви. Есть один коп, которому надо помочь в расследовании. Парень известен тем, что пользуется лазейками в законе, поэтому с наемниками работать не стесняется. Все подробности в письме. В письме, блядь. Так, ну-ка, письмо. Ну и рожа, блядь. Тип заказа – кража. Цель – записи с камер наблюдения. Местонахождение – склад Мальстрёма на углу Industrial Street и Eisenhower Street. Заказчика зовут Арон Маккарлсон. Он сержант полиции. Был у меня консультантом, когда мы делали шоу «Копы и трупы». 8 сезонов. А теперь позвонил и попросил об услуге. Арон говорит, что плотно следит за Мальстрёмом. У них якобы есть склад, из которого они сделали пыточную. Но ты же понимаешь, как там все у копов. Закон связывает им руки. Если хочется чего-то добиться, приходится работать в серую. Арон это понимает.
Поэтому чем ждать, пока ему выдадут ордер, он ищет, так сказать, помощника. Работа простая. Приходишь на этот склад, адрес приложен, забираешь записи с камеры наблюдения и отводишь их Арону. Этого должно хватить для доказательной базы. Ну а если ты при случае обнулишь пару мальстрёмовцев, что ж, всякое бывает. Мир от этого точно не станет хуже. Так, ладно. Тут тот уже есть? Они меня увидят? Так, что-то я им не нравлюсь явно. Ну какой паук, блядь, нарисован. Ну что, сразу что ли в бой? Хули нет-то, блядь. Так, где-то он там еще на крыше ходит. Ага, вижу. Ёх, блядь. Ах ты, сука. Давай, усовывай лысину. Эй, что, перезарядка? Как нафиг? Ну попал же, попал. Там на крыше еще ведь был. Нет, через тряпку не попадаю. Там коробки, наверное, какие-нибудь накрыты. Готов. Эй, уёбки, а ну сюда! Блин, вон, смотри. Опа. На нахуй. Проблем нету, блядь, мужик. Проблем уже нету. Она была, конечно, в виде тебя. Но это небольшая проблема. Сейчас перегруз у меня уже, наверное, какой-нибудь будет. Тут что за говно лежит? Пепельница, блядь. По всему городу раскиданы пепельницы. Вот. Где еще такое увидишь? Просто везде, блядь, валяются. У нас вот по городу идешь, я вот за всю жизнь, блядь. Вот ни одной не видел, чтобы валялись, блядь. Даже разбитых не видел. А тут лежат. Че, курит много, что ли? Давай, присоединяйся. Подключим, хусим. Тут два причем подряд таких ящика. Так, 1С7А. Где БД-то? БД. БД. Только два. 550, а неплохо, между прочим. Еще один, что ли? Блять, вы что, нахуй? Подключиться. Да мне подключиться, блять. Ну мне подключиться, ёптвою мать. Ставьте себе эти банки, блять. Так, где? Блин, а нету, что ли? А, есть, погоди-ка. 7А. 1С. 420, что тоже неплохо, надо признать. А там у него пушка есть какая-нибудь хорошая? Вот у этого пидора. Так, Некомата. Что-то, блядь. Кроссовки. Опа, что-то лежит, смотри-ка. Сука. Потертый жилет с капюшоном. Четкий Вуду. Давай-ка еще тут подключимся. Четкий Вуду, блять, три этих ящика на одном. Так, все, есть. 140, нормально. Там внизу что-то еще есть. Блять, да заебали, он еще этот такая хуйня. А тут мы всех убили, что ли? Ох, я-то думал, что серьезное. Так, надо вырубить, блять, музыку, во-первых. Во-вторых, открыть, посмотреть, что здесь. Тут. Компоненты необычные. Пресса. Веер какой-то ебучий. Который нам 100% абсолютно не нужен. Так, где 55-то? 55. 1С. БД-55. Нормально. Применить техническое умение? А, то есть без технического умения я бы эту дверь не открыл. Мафы надо выключить, во-первых. Какие-то лунные серьги, блядь. Потому что он орёт, блядь, как-то уж сильно. Некомфортно. Ушком.
Блин, я вижу колонку, блять. А как ее выключить? Где она выключается, блядь? Хуй ее знает. Ну вот обоссанный матрас. Сейчас возьмем с собой. На горб. Положим, блядь, и понесем. Так, что-то еще тут, блядь, пистолеты. Вот еще пепельница, блядь. Курящая, блядь. Нация-то. Как мы видим. Так, ты. Нож. Все типа того, что. Говно. Просто говно. Вот сюда, наверное, правильно? Ну да, тут какая-то типа комната управления, что ли. Еще пепельница. Испорченная покерная фишка. Что я такой первый раз вижу, блин. Вот скок. Так, давай-ка украсть данные. Надо их сейчас, наверное, куда-нибудь отослать вот этому полицейскому. Так, получить записи со склада, доставить записи Арону. Ящик. Армейские жетоны. Ох, тут сколько всего, блядь. Ох, какая, блядь, какой пулемет. Defender. Ну, погнали. На улицу. Сейчас, кстати, надо посмотреть наши вещи. У меня такое ощущение, что перегруз уже близок. Вон, стоят дебилы, блядь. Что такое? Я просто перешагал. Ага. Просто, блядь, сквозь шлагбаум прошел. Наши вещички, плюс ко всему. А где Арон-то, блядь? Далеко, 350 метров, между прочим. Давайте Арону вот везем вот эту хуйню. И потом уже проверим наш инвентарь, мать его. Кто-то он палит, блядь, смотрит. Ох, тихо-тихо-тихо, с фурой сталкиваться, наверное, опасно. Арон Карлсон. Карлсончик, дорогой, блядь. Слушай, не так долго мы ехали. Может, все-таки пользоваться машинами? Да выходи, блядь. Это кто? Мусорки. А где Арончик? Арончик, друг. Такие, где вы? Засада, наверное, какая-нибудь, нет? Спортивный костюм нейлоновый. Адидас, не иначе. Сучи написано. Дай. Умрите, суки. Дословный перевод. А тут что такое? Вниз можно? Слушай, можно. А что внизу? По-любому что-то хорошее должно быть. Кофе. Синт молоко, блядь. Это что, ради этого говна сюда шел, что ли? Ради синт молока? Ой, ебаный рот. Могли бы что-нибудь положить нормальное под лестницу. Блядь, тень была, ну, нихуя себе. Что там? Так, телевизор пиздит. Кстати, сейчас перед записью дрова обновил, а вроде подлагивать-то меньше стало. Хуй пойми тоже, вот эти дрова ебучие. На некоторые игры нормально, блядь. То есть, если когда обновляешь, после обновления некоторые игры лучше работают, некоторые хуже, блядь. Хуй знает. Позвонить. Хуй. Аарон, это Ви. Записи у меня. А, Ви! Я думал, опять эти дармоеды пришли поговорить о Библии. Заходи. Ну и как? Были какие-то проблемы? Ну, были, как всегда. Уже решены. А ты молодец, а? Тут выживают те, кто умеет решать проблемы. Ну, ладно. Давай записи скорей. Время – деньги. Эти записи ведь нужны для расследования, правда? Угу. Большой скандал, много вони. Но благодаря тебе дело сдвинется с мертвой точки. Вот, забирай.
Отлично. Шепну словечко кому следует, что ты человек надежный. Слово Аарона Маккарлсона дорогого стоит. Не сомневаюсь. Пока. Блядь. Улиты, ну, конечно. Ну. Так, Арон теперь у нас в друганах. Арончик. Что такое фиолетовый ящик? Кнопочки. Итак, сейчас мы инвентаризацию проведем. Задание выполнено. Стрелять уже кого-то, блядь. Аарон доволен, и я тоже. Когда есть друзья среди копов, это всегда хорошо. Заказ закрыт, деньги я перевела. 2000, блядь. Не густо. Конечно, ну, так, тихо, у нас уровень прокачался, 15-й. Я на самом деле не знаю, что прокачивать, давайте, хуй, винтовки, блядь, сюда, что ли, в хуере. Так, тут что? Быстрый удар приклада, вероятность критических пистолетов-пулеметов из-за укрытия, блядь. Нахуй мне это надо? Прицеливание при стрельбе, давай, блядь, сделаем, хуй знает. Ладно, значит, снаряжение. Ну, почти уже набрали. Автомат. Есть мощнее автоматы? Мощнее автоматов... Вот это что такое? Тактик. Мощнее автоматов... Я так понимаю, нету. Вон, кстати, есть ружье. Снайперская винтовка. Мощнее автоматов нету. Едем дальше. Дробовик. Мне очень нравится наш дробовик этот. И менять я его пока не хочу. А вот снайперская винтовка. Тоже ничего хорошего. Так, тогда сейчас все мы это говно выкинем. Блин, у нас есть хорошая снайперская винтовка, но там нужен уровень какой? 20-й, блядь. У меня только 15-й я еле набрал. А между прочим, уже... Так. Нормально играем-то по времени. Так, еще вот эту хуйню все. Ножи. Катан, вот не знаю, удалить ее, не удалить. Надо попробовать вообще. Как оно? 308 урона, блядь. Как оно с катаной бегается? Шмотки. Шляпы. Шляпы говно. В пилотке будем так дальше бегать. Куртки. Куртки есть хорошие. 49-53 брони. Потертый жилет с капюшоном. Блин. Пуленепробиваемый корпоративный пинджак. Легендарная. А сколько он стоит-то, блин? Блин, 1200. Ну хуй знает. Давайте поставим новый, эпическое будет. Так, ладно, это все говно тогда изничтожим, что ли. Можно было продать, но, сука, я не знаю, куда тут деньги девать, блядь. Партки говенные. Шкеры. Шкеры есть получше, кстати. 27,4. Вот и все. Дама в пилотке. Вновь на коне. Кстати, что такое? Защитный костюм Арасаки. Бинты, блядь. Бинты. Погнали, блядь. Итак. Задание ближайшее какое? О, господи, блядь, да задание. Что нахуй? Сколько? Слушай, нам надо... А, телепорт рядом, это прекрасно. Рядом есть телепорт. И мы сейчас направимся. Тут что? С Такемурой, может быть, нам встретиться? С Такемурой. Даже не знаю, до Тира Уилсона добраться.
поговорю. С полицейскими мы базарить не будем. Подождите, нам надо, кстати, до полицейских еще. Такси де ла Мейн. А тут у нас вот несколько заданий. Второстепенное. Получить награду у Вакака. Награда Вакака? Секс-работник. Первый раз вижу, блин, между прочим, секс-работник. Найти нишу Эндрю, прежде чем поговорить с полицейскими. Блин, я бы, конечно, сюда съездил. Но это пиздец, как далеко. Есть идея. Есть, конечно, идея. Ой. Ну, ёб твою мать. Заехать сюда. То задание по-любому надо делать. Телепортов у нас туда нету. Ну, чё, блин, сейчас садимся в тачку и едем. Значится. А тачки нету, блин, да? Есть мотоцикл, который приедет через 10 минут, правда? Ну, он есть. Так, 2 километра, блин. Я так далеко... Слушай, быстро приехал. Вон он, блин. Материализовался, блядь, поехали. Че, блядь, дизельный, что ли, нахуй? Там такая копоть, блядь, сзади. Все, погнали, пошел нахуй. Не... Стоп, 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 тихо, 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 тихо. Вон, поуправляем, и машина-то будет, блядь. Поуправляем мы и пошустрее. 850 метров до... разбоя какого-то или что там, блядь. Опа, с заносом, с заносом. Слушайте, ну не так на самом деле. Куда тут на развилке-то ехать? Сюда, что, блядь, что такое? Пол километра. Километры, блядь. Километры. Так, 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 ну-ка сюда, наверное, надо. Хуй пойми, ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, не упал. Интересно, а падать тут можно с них вообще? Стоп, где-то здесь вот. Мне надо спрыгнуть и куда-то. А, повернуть. Повернуть, понял. Мы сейчас где-нибудь его запаркуем. Допустим, вот здесь вот, да? Прям на пешеходном переходе. Пошли все нахуй. Вакака Акада. Давно о тебе не слышно. Вакака Акада. Госпожа и хозяйка Уэстбрука. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. Ладно. Так, ну-ка почитаем. Не заставляй себя долго ждать, уи. Я иногда бываю очень нетерпелива. Пошла ты нахуй, блядь. Старая кочерга, блядь. Так, тут у нас чего? Кто там, блядь, вообще есть-то? Передний приют. Какой, блядь, передний приют? На людей, блядь, нацеливают. Банда животные, блядь. Нихуя там сколько животных-то, блядь. Целый зоопарк, блядь. А вы будете по мне ебашить просто так, нахуй? Сейчас мне вставить, там обещали чего-то, блядь. Так. Двух зверей уже нет, да? Убери лапы от моей стаи! Стая, блядь. Уникнись, канале! Ой! Да, блядь, да ёб твою мать, перед... сука, обойма маленькая, пиздец. Так, животное не умирает, блядь. Да что в тебя? Я пуст... Пустой, ты сдох, блядь. Еще три пули, блядь. Вот это вот, да, вот это, блядь. Сейчас ноги-то, блядь, поднял, дурак, блядь. Ну, блядь, бери. Так, перевод денег, нахуй. Выключить. Я же выключил. Еще радио где-то играет.
Так, выключил. Теперь точно выключил. Нормально так ворвался, просто, блядь, всем пиздечки. Раздал всем животным. И все. Оп. Пульки. Майка Nippon с композитным покрытием. Косарик 200 заработали. Итак. Кстати, там вот что-то мотоцикл какой-то стоит. И на него что-то показывают. Или это за ним? А, это за ним. Нова. Туалеты, блядь. Витекс. Витекс. А моя жо стандартных нету. Так. Найти нишу Эндрю. Что такое? Здравствуй. Что ты тут, блядь, пиздишь? Здравствуй. У меня есть на продажу Магикай Май-Май. Название, конечно, больше подходит розовому коктейлю. И салон тесноват. Но места хватит и тебе, и твоим пушкам, и пакетам из супермаркета. Как тебе? Возьмешь? Сейчас, блядь, ебанись нахуй. Пешком ходить буду, блядь. Чем на этом ездить. Сколько времени-то? Нормально. Поговорить с полицейскими. Нишу. Нам надо до ниши до этой доехать в этой серии хотя бы. Чё ты, блядь? Садись, ёпты мать. Взревел мотор. Погнали. О, телепорт открыли, отлично. Ой. Так, с заносом, блядь. Главное, чтобы не с поносом. Оп. Результат поездки, блядь. На штанах, как говорится. Сколько-то тут еще? О, стоп. Мне такое ощущение, что здесь можно проехать просто-напросто. Ой. Блядь, походу нельзя. Там на мост, что ли, на этот надо заезжать. Ладно, сейчас заедем. Не ссыте. Не задел. Какую-то трасса из андеграунда, блядь, второго. Ох ты, ебаный рот. Вот тут чуть-чуть задел. И тут чуть-чуть задел, извините. Под кайфом, что ли, блядь? Да проехать, блядь, просто не могу. Еб твою мать, домой тороплюсь, так может я. Или куда-то, к бабе, блядь. Хотя я сам баба, да. Хотя почему нет? Это, блядь, современный мир, блядь. Тут уже... Опа. Деламейн, блядь. Где-то рядом с вами может находиться пропавший транспорт сети Деламейн. Спасибо, буду искать. Всякая дичь творится, блядь. Собственно, как и у нас сейчас, блядь. Так, транспорт Деламейн, 350 метров. Так, сила сигнала. Да ладно, хорош, да. Пидор, блядь. Ну чего ты? Заебал. Это невыносимо, я так больше не могу. Что невыносимо? Да не убегай ты. Сто семьдесят метров. Что-то мне вот этот пытается сказать. Не знаю, это клон Деламейна или какая-то подпрограмма, хуй её знает. О, есть телепорт. И мусорки, блядь, между прочим, тут тоже есть. Так, мы тут можем сохраниться? Отлично. Давайте тогда завязывать на сегодня. И продолжим уже в следующей серии. Будем смотреть, что за ниша, блядь. Эндрю. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.